Здравствуйте, друзья моего канала. Это Ралик. Вот нашел себе такую проблемку. И теперь хочу ее решить вместе с вами, показать, как это можно сделать при минимальных затратах. Поломался у меня вот такой вот. Переломался вот тут внутри, по-моему, даже вот в двух местах. Пересохла шлангочка, видно, кто ее знает. Короче, переломалась, начала текти. Ну, у меня была запасная, я поставил ее. А вот эту вот хочу показать, как ее можно отремонтировать. И чтобы была либо на запас, либо вот у меня на бане тоже нужно, тоже может быть на запас пойдет. Тем более, что у меня на бане высоко расположен душ, и я хотел бы сделать подлиннее его. Его можно растянуть немножко, немножко можно меньше. Ну, то есть, можно немножко отрегулировать. И вот, я зашел в магазин сегодня, купил такую вот винилочку. 2 метра по 3 рубля метр. То есть, обошлось мне 6 гривен. Ну, не рубля, а гривен. Ну, вот 6 гривен 2 метра. Ну, сюда полтора где-то пойдет примерно. Спросил я, сколько стоит такой шланг. Мне объяснили, что они есть разные. То есть от 25 гривен и до 60. Смотря какая там трубочка. Ну, здесь, наверное, была самая дешевая. Поэтому гривен 25. А это вот получится 6 гривен. Плюс работа. Вот. Будем ремонтировать. Вот есть у меня такой вот ножичек хитренький для электриков. Наверное, да, для электриков. Потому что здесь вот кабеля распускать, снимать изоляцию. Такой вот коротенький. Вот мы. Вот, вытащили мы. Видим, что переломалось. Винилочка, она довольно-таки грубая. Это помягче. Надо ее удалить отсюда. Так, запчасть. Так, это выбросим ведро. Полетело. Так, и вот вытащим эту. Ну вот, как я и предполагал, еще в одном месте переломалась. Ну вот она, смотрите, либо пересохла, либо перемерзла. Ну, перемерзнуть она в квартире не могла. Значит, такое качество пластмассы, которое оно со временем ломается, приходит в негодность. Вот ее на куски ломается, как спички. Итак, получается... Со второй стороны то же самое. Аккуратненько. И нужно вытащить, чтобы не остался там кусок. Потому что потом будет хуже. Так, все. Она пустая у нас. Довольно целая, нигде не ржавая, не поломанная. Ломается, как солома. Так вот, вот освободили мы от старой. Это. Шлангочки. Гибкий этот фал. Так, теперь попробую так продеть. Если не получится, тогда возьму струну, продену и... Ага. Вот уже проблема. В чем получается у нас проблема? Здесь у нас узкая. Значит так, нужно
вытаскивать. По-моему, она здесь должна выходить по резьбе. Сейчас я возьму плоскогубцы. Когда-то я разбирал, но уже не помню. Да, вот здесь вот должна быть она как-то выходить по резьбе. Ну, сейчас я разберусь потихоньку. Вот, да. Оно как бы выкручивается по резьбе и выходит. Ага, по резьбе. Пластмасса выходит по резьбе, а эта заглушка ее просто затыкает. То есть нужно потихонечку ножичком эту заглушечку немножко туда утопить, и тогда все будет хорошо. А потом уже выкрутить по резьбе эту пластмассу. Итак, делаем то же самое с другой стороны. Почему-то та хорошо вышла, а это где-то застряло. Угу, пошла. Пошла. Сейчас я возьму бокорезы, отрежу вот это лишнее. Я, наверное, не отрежу. Возьму помощнее. Так, дальнейшие наши действия. Берем и пропихиваем или пропихуевываем эту винилочку. Обошлись мы без струны. Итого, начинаем с этого.
кончика. Надо отравнять ее. Где моя резина? Опа. Так, ну вот. Более-менее ровненько. Теперь нам нужно ее вставить в эту трубочку. И вот таким вот образом, чтобы обязательно не, надо аккуратно, чтобы не замялось. Можно смочить даже чем-нибудь бы. Вот, оно выходит вот сюда. Сейчас мы поправим это, что замялось немножко. Вот у меня есть такая чертилочка. Так, ну и вот красиво как. Теперь берем, вставляем. Видно, да? Вставляем. И нужно теперь плотненько-плотненько туда вогнать. Здесь немножко подтаскивать, а здесь немножко поддавливать. И оно так туда потихонечку входит. Так. Главное не поломать. Итак, я предлагаю другой вариант. Сейчас я настрою фен, и тогда я сейчас попробую быстренько. А быстренько у меня есть вот такой фен. Сейчас мы его используем. Надо вытащить теперь назад, прогреть. Размягчить немножко эту пластмассу прозрачную. В принципе, и ту, и ту. Я палец держу, контролирую для того, чтобы не перегреть. Так, ну попробуем. Попробуем вдавить. Ага, хорошо разогрелось. О, идет. Опа. Опа, 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 па. Отлично. Зашла. Как по маслу. И теперь что? Теперь нужно прокрутить. Открутить назад как бы. И потом вкручивать в эти пазы. Все. Ага, все. Все, да не все. В чем у нас произошла ошибка? Ну, мы ее сейчас исправим. Это ничего страшного. Так. Немножко. Так, вот так вот. Надо сильно не закручивать, потому что начинают вылазить. Друг на друга начинают залазить эти витки. Поэтому так. В чем ошибку я проверил? А нет, есть. Я думал, я забыл поставить фиксатор этот наружный. Нет, все в порядке. Так, то есть мы подкрутили. Легенько, не насилуя. И теперь ставим назад. То есть на место зажимаем вот таким вот образом. Все. Потом сюда подойдет гайка. Вот эта вот.
Сюда ставим прокладку, ну это уже понятно. И сюда сам душик, ручка. Эта винилка мягкая, не пережимается. Она, с одной стороны, она жесткая, что она не делается вот такого вот, нет перегиба. Ну, плюс не дает, конечно, металл. Вот. Она, с одной стороны, жесткая такая немножко. Но, а с другой стороны, она гнется куда надо. Вот, пожалуйста. Выпрямляется. Ну, сейчас, тем более, здесь температура в гараже у меня градусов 6 по плюсу. Поэтому она не очень хочет быть послушной. А когда горячая вода по ней пойдет, будет хорошо. Так, теперь, что я еще хочу сказать. Так как я хочу немножко удлинить, я растягиваю на полную его. Растягиваю до конца этот металл. И потом, делаю где-то спуск, ну, сантиметров, может быть, на 7. Вот так вот. В натяжку тоже нельзя, чтобы он был. Он тоже должен быть. То есть 7 сантиметров мы дали спуска. И обрезаем. Обрезаем вот здесь. Даже можно. Сейчас я Так, растянул. Это натяжка. Ну, сантиметров 5. Даем немножко ему слабины. И ровненько обрезаем. Так, а вот здесь вот теперь, не забыть, надо нам поставить вот этот фиксатор. Фиксатор этот загоняем. Теперь делаем ту же операцию. Накручиваем потихоньку пластмассовую резьбу, чтобы вышло на вот такое расстояние, больше не надо. Потом обратно нам все равно тянуть его. То есть вот немножко еще. Так вот. Ну еще чуть-чуть. О. Где-то так. Так, ставим. Вот так вот. Сразу. Да, видите, не идет. Чуть-чуть надо, конечно, подогреть. Но это нам уже опыта не занимать. Откручиваем. Зажигаем. Нагреваем. Закрываем. И поддавливаем. Отлично. Отлично зашла. Вот, хорошо. Теплая, еле-еле. Так, и делаем ту же операцию. Откручиваем назад. И начинаем закручивать по резьбе. Легенько. Дальше не насилуем, потому что он начнет вылазить. Лезть друг на друга. Ну, так, чтобы тугенько, но без фанатизма. И опять же ставим сюда. Оп. Все. Прекрасно. Гайка отсюда одна перегоняется сюда. Но это вы уже без меня знаете и поймете. Ставятся две прокладки. Это ставится на смеситель. Сюда ставится сам душик. Все, готово. Запасная. 6 гривен. И все дела. Кстати, оно не пошло. Все. Вот осталось еще стоять.
осталось, ну, наверное, да, 1.5 метра. Сейчас я прикину даже, сколько. Ну, 55. Осталось 550 миллиметров, 55 сантиметров. То есть, грубо говоря, 1.5 метра идет, ну, по 0.5 метра не продают, поэтому продают по метру. Я купил 2 метра и все сделал. Все, готово. Запасная. Сэкономил немножко денежек. Вот и все. Такой обзор. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, также пишите отзывы. Подсказывайте. Ну, это вы сами уже знаете. Спасибо. С вами был Ралик. До свидания.